Всем привет! Вы на канале? Яна Кляйн. Яна Кляйн, как у вас дела? Кто не подписан? Подписывайтесь! Сегодня у нас семейный челлендж. Мы собирались в ресторан, а Яна сказала, хочет провести какой-нибудь веселый челлендж интересный, да? Да. Да. Поэтому сегодня с нами наша специальная мама для челленджей, мама Анжела. Она же дядя Андрей, да? Да. Да. И папа. И мы будем, знаете, что делать сегодня будем? Мама! Мы будем пробовать печенье Орео и угадывать его вкусы. Но у нас не обычный челлендж, как обычно, печенье Орео и угадывать там лимонный вкус, ванильный и так далее. У нас печенье с сюрпризами, с какими-то такими вкусами безумными, что мы сейчас закроем глаза, нас Яночка будет кормить, и кто больше угадает, тот победил. Да. Да? Начинаем? Да. У нас есть специальные очки, чтобы мы не подглядывали. А Яночка будет кормить и маму, и папу всякими вкусными печеньями. Я один и папу. Хорошо. Маму Анжелу. Давай, выбирай одно печенье мне. И одно печенье дяде Андрею. Я жду реакции от тебя. Я чувствую, ты там ешь что-то, а реакции ноль. Фу. Что это за вкус? Торт. Да ты торт. Я не знаю, что это. По-моему, это плавленый сырок. Да. Ты это. Ну что, мама, что тебе попалось? Ну, я упала там. Вкусно? Да. Мама, вкусно? Нет, дядя Агент. Дядя Андрей, тебе вкусно? Да. Неплохо, я думаю, что это какой-то корм для животных. А для каких нужно угадать, какой корм? У нас, наверное, там несколько будет кормов для животных. Пусть это будет собачий корм. Итак, судья, приговор, что у нас? Вы не угадали. У папы была икра минтая, у дяди Андрея был кошачий корм. 0-0, поехали дальше? Не, я думаю, 0,5. Да, все-таки полбалла дядя Андрей заработал. А, я тяжело. Я по запаху чувствую, что вы сами. Ой, мама! Яна, давай теперь печенька дяде Андрею. Папа Славик, считай, пропал до конца конкурса. У него сейчас атрофируются все рецепторы. Это печенька! Понимаю, что мама покрепче папы. Васаби? Нет, я думаю, это горчица. Да. Обычно. Один с половиной, один. Яна выбирает печенька для папы. Нету. Иди, Кика. Я больше не хочу выбирать. Ой. Сейчас. Ну, васаби там точно больше нет. Яна, может, у меня стрелки взять. Я такого ядреного васаби еще, наверное, никогда в жизни своей не ел. Ты не хочешь попробовать, Яночка? Не-а. Я уже себе представляю, что там может быть. Фу!
Это зубная паста. Тебе везет. Мама, твой выход. Это кто? Он и белка, он вкусный. Да, он вкусный. Давай, дядя Андрею, самый вкусный, какой тебе кажется. Очень неприятный вкус зубной пасты. Ну, вы заработали по баллу. У нас счет получается... Клади сюда. Или ты хочешь доесть его? Нет, я хочу. 2.5-2, да? Ну что, поехали дальше? Да. Папе. Выбрала? Да. Да, я Я ничего не чувствую. Горчица, по-моему. Да. Фух. Фух. Какое это у меня? 3.5. Давай, дядя Андрею. Да, особенно после зубной пасты. Давай маме, Анжеле. Нет, что я один. Буниня, это Аня Кика. Он и Кика, он ку. Это оно. Не скрывай свое лицо. Саби. 3.5-3. Мама ведет. Там будет Кико. Давай. Любое выбирай. О! Я знаю, что это. Что-то чесночное. Наверное, чеснок. Чеснок, да. Ой, какой приятный вкус по сравнению со всем остальным. Яна, выбирай печенье. С удовольствием бы доел бы это печенье. Это просто... Просто по сравнению с предыдущим, это еда бомба. И главное, не перепутай, не возьми обратно с васаби. Да, вот это оно, да? Да. Ой, какая красота, такой приятный вкус. Фух, а какой там счет? 3.5-3. Нет. Уже 4.5. Сейчас все зависит от дяди Андрея. Пол балла? За корм. Доедай печенье. Вот теперь я понял, что это. Это соус тартар. Неправильно. Это майонез. 4.5, папа. Папа ведет. Тоже майонез. Правильно. Ура! 5.5. Не, ну так нечестно. Яночка, давай дядя Андрей. Не знаю, мне майонез очень вкусный после васаби. Фу, нет. Яна, выбирай печенька из этой тарелочки. Вот из этой. Фу, я весь еще в майонезе. Ну, где там? Давай. Давай. Нет, чеснок. Правильно. 5.5. Папа ведет пока. А, клади куда? Попадет. Давай. Фу. А тебе что, понравился чеснок? По сравнению с зубной пастой и васаби. Фу, гадость. Вот это плавленый сырок. Это плавленый сырок, правильно. Какая вкуснотища. Кика. Намного вкуснее, чем все, что было до этого. Давай, Яна? Теперь мама хочет что-нибудь.
вкусненькое съесть. Вот. Давай. Вкусняшка. Ну как? Что чувствуешь? Чистока вообще ничего не было. Гвоздики чувствуются? У нас Орео с гвоздями. Что, вкуснятина? Это икра. Какая? А какую ты там говорил? Ментая, да, была икра? Значит, это икра. 6, 5.5. Да ладно. Ты угадал икру ментая? Я взяла помощников себе, а да? А какой счет у нас? 6, какая 5.5. Разница? Мы, у нас прекрасный надо, ужин. Папа у нас ошибся, да? Да. Яночка, угощай папу. Я думаю, что у папы есть все шансы. Что это за дрянь? Нет, дрянь. Я же должен угадать. Ап-ап-ком. Ну, я так и думаю, в принципе, скорее всего, да, ап-ап-корм. Нет, неправильно. Значит, детский корм. Нет, это был кошачий корм. Неправильно, ты получаешь полбалла. Полбалла, я вот этих полбалла хотел. Всего, и счет у нас 6.5. 5.5. У кого 5.5? Пока что у мамы 5.5. А я уже ел сюда. Сейчас. Почему кошачий? Вот вискас рыбный хороший. Да не было это вкуса рыбы. Плавленый сырок. Правильно. Так, мама, 6.5, 6.5. Так, папа, готовься. Детское питание. Какое? Мясное. Правильно, это у нас был паштет из индюшки. Счет становится 7.5, 6.5. Яна, твой выход. Давай. У меня там, по идее, если моя память не изменяет, то я знаю, что у меня там. И я знаю. Можно я отгадаю, не едя? Я уже по запаху чувствую, что это... Это молоко! Яна думает, что это молоко. Молоко, мама. Тоже вот детская эта штука. А это тоже паштет из индюшки. 8.5, 8.5. Папе осталось вкуснять. А, самое вкусное. Давай, папа. Обязательно, да, есть? Да. А можно я угадаю? Нет. Что у меня и что у мамы Анжелы? Нет. Вот он, собачий корм. Вон она, как говорит Яна. А вот в чем разница? Он с комочками. Фу. Этот был невкусный корм. Можно мне с сырком? Да, точно собачий корм. У нас счет становится 9.5, 9.5. Никто не победил. Победила дружба, мама. Поздравляю тебя. Яна, порадуйся. Никто не проиграл. Давай все победили. 5. Ура! Ребята, если кто-то хочет принять вызов, принимайте вызов, пишите нам в комментарии. Ждем новых челленджей. Присылайте ваши вызовы нам. До новой встречи. Всем пока. Пока.